Друзья, приветствую, Алексей Азаров. Мы сегодня находимся в городе Нолли. Смотрим по карте, переходим в Google, смотрим, где карта. Город Нолли, в горах. Будем смотреть сегодня дом 1600 года в шикарном состоянии, 450 метров квадратных. И барбос там воет. Как всегда, хочу вас порадовать, что в Лигурии 4 урожая в год. Здесь цветет, здесь еще зеленое, там уже желтое. Лимоны, цитрусовые, 4 урожая в год. Здесь у нас огород. Раз, два, земельный участок такой вот. Дом сам, крыша, все в хорошем состоянии. Индивидуальное отопление. Здесь три этажа, мы находимся на третьем, раз, два, три этажа. И отдельный домик для гостей. Смотрите, как облака плывут здесь. А до моря ехать здесь минут 7. Дом, как видите, сделан из камня. Полностью был отреставрирован в 1974 году. На последнем этаже по-итальянски «секондо пьяно». По-нашему, это третий этаж. Шикарный пол. Просторный зал с выходом на террасу. Отопление здесь было газовое, но они перешли сейчас на электричество. Ну, можно еще также установить пеллет. Гранулы деревянные. Вот, видите? Сюда засыпаются гранулы деревянные. И отапливается очень экономно. Здесь зал, постирочная ванная комната. Большая просторная кухня. С видом на горы. Видите, как все? Хозяйка за всем следит. Есть, конечно, моменты, которые надо покрасить. Очень тихое место. Машина здесь проедет любая. Хорошая дорога, спуск с автострады. Там еще у нас чердак. Здесь мы с вами были. Идем на
второй этаж, по-итальянски «Прима», «Прима Пьяно». Здесь 4 спальные комнаты. У каждой спальной комнаты своя ванная комната. Везде натуральное дерево. Никакой не там... Ну, спальная комната с душевой кабиной, она... У меня вот такой же был магнитофон. Айва. Девяностые. Веселое было время. Коридор. Ванная комната. Спальная комната. Мне полы очень понравились. Небольшая терраса. Ой, здесь так пахнет жасмином. Чистый воздух. Здесь еще одна спальная комната, но ее сделали из нее гардеробную. С ванной комнатой. И еще одна четвертая спальная комната. Спускаемся на первый этаж, по-итальянски «Piano Terra». Здесь зона отдыха с выходом на большую террасу. Большой зал с камином, печкой для пиццы. Здесь туалет, небольшая кухня. И кладовка. Выходим на террасу. Мы с супругой любим вот таких вот останавливаться апартаментах. Собственность начинается вот отсюда, где написано 1974. Вот отсюда. И идет до той арки. Здесь отдельный дом.
А, здесь нельзя выйти. Ладно, в общем, можно выйти еще на улицу. Так. В общем, здесь зал, там туалет. Здесь спальная комната небольшая. Еще одна спальная комната. Такой, знаете, деревенский дом. Домик в деревне. Здесь детям понравится 100% жить. Ванная комната с душевой кабиной. И вот здесь классно, такая типа столовой. Камин. И вы выходите в сад. Здесь, видите, уже завязалась хурма. Какко. По-итальянски. Какки. Две хурмы, каки. А, вот чем пахнет, я понял. А это жасмин, ребята. Вы, не могу вам передать по видео, какой здесь стоит аромат и благоухание. Там где-то курочки кудахтают. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.com. Переходите по ссылочке на наш сайт, который будет в описании данного объекта внизу. Спасибо.